Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Прямо сейчас я расскажу о самых интересных и ожидаемых культурных событиях грядущих выходных. Не переключайтесь! В Самарской областной библиотеке пройдет литературный вечер, посвященный 200-летию со дня рождения Александра Николаевича Островского. В субботу, 14 октября, самарцев приглашают на премьеру спектакля по пьесе Александра Островского «Не от мира сего» от театра-студии «Ремарка» и Самарского театра «Город». Кроме того, в рамках мероприятия гостям расскажут об отце русского театра, о связях Островского с Самарой. Начало мероприятия 18:00, вход свободный. Для всех кинолюбителей в музее Эльдара Рязанова пройдет лекция, посвященная работе художников по костюмам. Костюм в кино – составляющая образа героя художественного фильма. Он является своеобразной автобиографией персонажа, отражает его характер, эмоциональное состояние и, возможно, судьбу, даже если он только присутствует в кадре, не двигается и не произносит реплик. Этот образ создается усилиями множества людей – актера, режиссера, сценариста и художника по костюмам. Это чрезвычайно важная и сложная кинопрофессия, которой уделяется незаслуженно мало внимания. Во многом именно благодаря таланту этих специалистов советские кинофильмы стали частью нашего культурного кода, вошли в Золотой фонд отечественного кино, получили престижные награды на международных кинофестивалях, да и просто любимы зрителями. Узнать подробности вы сможете уже в эту субботу, начало в 6 вечера. В воскресенье Самарский литературный музей проведет обзорную экскурсию по выставке «Жизнь и творчество» Алексея Толстого. Вы окунетесь в атмосферу жизни на усадьбе, построенной 140 лет назад, и не только пройдете по комнатам квартиры, где Алексей Толстой жил в годы учебы в Самарском реальном училище, но и проследите весь его жизненный и творческий путь. 15 октября, начало в 14:00. В этнопарке Дружбы народов пройдет День хлеба – ежегодный праздник, посвященный самому популярному продукту во всем мире. В воскресенье 15 октября вас ждут мини-экскурсии в национальных подворьях, выставка дегустации хлебов различных видов, кулинарные мастер-классы, на которых вы самостоятельно сможете испечь традиционный русский хлеб, киргизскую лепешку, казахский бао и многое другое. Начало праздничной программы в 11:00. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.